Всем привет, с вами Евгений, и сегодня мы по просьбе одного из подписчиков, и я ему очень благодарен за эту просьбу, будем разбирать одно совершенно потрясающее и очень древнее произведение. В нашей традиции это 90-й, а в западной 91-й псалом. В комментариях под одном из моих видео мне дали ссылку вот на этот ролик. Пускай вас не пугает слово медитацион. Медитация здесь просто очень, очень качественная начитка псалмов, сделанная, ну, таким, просто в таком великолепном качестве, что просто дух захватывает. Я обязательно оставлю ссылку на это видео в описании. И здесь как раз первый псалом, который читается, это и есть. 90-й, по западному, 91-й псалом. И поскольку в этом видео читается в переводе Хофнунг Фюале, мы будем разбирать именно его. 91-й псалом в переводе Хофнунг. Фуал. Чтобы было проще ориентироваться, обязательно положим справа синодальный перевод. И тогда нам будет с чем сравнить. Очень легко мы поймем, где там какие-то такие переводческие вольности, интерпретации, где текст немного отличается от оригинала, в угоду более точной или более понятной для современного человека передачи смысла. Для удобства чтения мы возьмем сайт Bible Server, замечательно совершенно dot где есть много всяких разных переводов и самое главное что они очень удобно вот выстраиваются в такую табличку где каждый стих приведен параллельно один другому и видите здесь даже в скобочках дана наша привычная русская нумерация а базовая нумерация конечно же западная псалом 91 поэтому называется итак поехали читаем по-немецки переводим максимально дословно то, что именно по-немецки написано, ну и сравниваем с тем, как это переведено на русский язык в синодальном варианте. Поехали. Кто под защитой Всевышнего живет, тот может у него всесильного покой найти. При этом, если помнить, у нас в церковно-славянском «живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице». Очевидно, что в Септуагинте там Бог Небесный, а в еврейском тексте «дим альместиген» – «всемогущего». Здесь у нас с точки зрения немецкой грамматики небольшая особенность. Обычно, когда у нас после запятой идет «der», «ди» oder «das», тогда это воспринимается как релатив прономен, то есть относительное местоимение, после которого глагол идет в конец. Но в данном случае эти два предложения «wer unter dem Schutz des höchsten wohnt, это воспринимается почему-то как предаточное. А следующее предложение «der kann bei ihm Ruhe finden» у нас идет прямым порядком слов, как будто придаточного в начале совсем нет. Обычно придаточное, которое стоит на первом месте, влияет на порядок слов в главном предложении, а здесь не повлияло. Потому что это все как бы определение к подлежащему «де». Поэтому вот эта часть и вот это не могут друг от друга оторваться, Соответственно, здесь нет ни обратного порядка слов, поскольку это все-таки в данном случае не релатив прономен. Здесь и глагол в конец тоже нельзя поставить. Auch ich Sage zum Herrn. И я говорю Господу, mir wie eine Burg. ты даришь мне прибежище как надежная крепость. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Боже мой, тебе дословно принадлежит все мое доверие. То есть я тебе полностью, целиком и полностью доверяю. Er bewahrt dich vor versteckten gefahren. Он оберегает тебя от скрытых опасностей. Видите, здесь у нас от сети ловца, более дословный перевод, и они здесь как раз пошли по пути интерпретации. Сеть ловца ⁇ это образ каких-то тайных опасностей, которые мы, может быть, не видим, но, тем не менее, Бог нас от них уберегает. Поэтому они так и перевели. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. И дословно держит каждую смертельную болезнь от тебя далеко. То есть можно было перевести удаляет от тебя всякую смертельную болезнь. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, как птица расправляет свои крылья над птенцами so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Также и он всегда будет тебя оберегать и будет близок к тебе. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Его верность находится вокруг тебя, обнимает тебя, как крепкий щит. Здесь, смотрите, у нас перевели истина, а по-немецки трое, верность. Немножечко другое понятие. И вот этот момент, первыми своими осенит тебе и под крыльями его будешь безопасен, тоже немножко перефраз. Просто отмечаем это как факт и идем дальше. Пятая строчка. Очень хороший, сочный современный немецкий язык на самом деле, Перевод именно в том, как он ритмически звучит и ложится на современный слух, действительно, ну, очень хорошо сделано. Особенно вот это, да. «Du brauchst keine Angst zu haben». «Не нужно тебе бояться опасности ночи или коварных нападений во время дня». Опять же, видите, интерпретация по-русски. «Стрелы, летящие днем», а здесь «внезапных нападений». Дня. И здесь, да, у нас по-русски просто не убоишься. А по-немецки du brauchst keine Angst zu haben. Да не бойся ты, не нужно тебе бояться. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt, даже если во тьме разразится чума, und am hellen Tag das Fieber wütet, и если средь белого дня будет бушевать лихорадка, musst du dich doch nicht fürchten, то тебе не нужно этого бояться. Doch. Тем не менее, несмотря на все это, если тысячи падут рядом с тобой замертво да, даже если десять тысяч вокруг тебя умрут, то тебя это все равно не коснется. Не заденет это. Трифтес нефть. Это попадать, в данном случае касаться. Своими глазами ты увидишь, как Бог отомстит тем, которые Его презирают. Опять же, по смыслу видите более-менее то же самое, только гораздо более понятным языком. Видеть возмездие нечестивых, а по-немецки ты увидишь... Как Бог отомстит, воздаст возмездие тем, которые его презирают. Du aber darfst sagen, а тебе можно сказать, тебе разрешается сказать. Beim Herrn, bin ich С Господом я в безопасности. Я ja, bei Gott im höchsten hast du Heimat gefunden. Да, в Боге Всевышнем ты нашел свою родину. Hast du Heimat gefunden. Darum и поэтому с тобой не случится ничего злого И никакое несчастье не достигнет твоего дома Потому что Бог отправит тебе ангелов Чтобы они защищали тебя, куда бы ты ни пошел Они будут тебя на руки держать Und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Они понесут тебя на руках, и ты даже о камушек не споткнешься. Löwen werden dir nichts anhaben. Львы ничего с тобой сделать не смогут. Ничего тебе не смогут предъявить, так сказать. Львы werden dir nichts anhaben. Auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. И на змеев ты... Будешь наступать или ты наступишь, у без какой-либо опасности от них. Бог говорит, он всем сердцем любит меня, поэтому я его спасу. Я буду защищать его, потому что он знает меня и почитает. Да видите, здесь потому что он познал имя мое, а глагола ирен в русском варианте нет. Wenn er zu mir ruft, er höre ich ihn. Когда он будет взывать ко мне, я его услышу. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, когда он не знает уже, как выбраться, keinen Ausweg mehr wissen, уже не знать вообще, что делать, то есть быть в такой тупиковой ситуации. Bin ich bei ihm. Я с ним нахожусь, я с ним. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Я его освобожу и прославлю. Дословно, приведу к чести, к эринбрингу. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Я, дословно, позволю ему ощутить мое спасение или испытать, или прожить, ну, в общем, erfahren, именно ощутить, на опыте ощутить мое спасение und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben и дам ему длинную и насыщенную, наполненную жизнь. Ссылку на сайт, где мы только что читали немецкий вариант и сравнивали его с русским, я тоже оставлю в описании. Поэтому можете в одном окне открыть начитку ту замечательную на YouTube, которую тоже я оставлю в описании, а в другом окне вот этот текст, который мы разбирали с переводом и слушайте, переслушивайте, и это будет очень и очень полезно для вашего немецкого языка. И не только для языка, конечно. Поэтому призываю всех на разных языках слушать это бессмертное произведение. И до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. И не забывайте, что в описании к видео, там чуть пониже, можете найти куча всяких разных полезных ссылок. На мои курсы, на сайт italki.com, где можно взять урок с носителем языка, и на страничку, где я рассказываю о своей платежной системе, которой уже долго-долго пользуюсь, и она меня очень радует. Продамус называется. Успехов вам в изучении языков и во всех остальных ваших делах.